Так, ну что, мы возвращаемся. Матч М5. М5 Rocket, первая карта. Карта D-Train. Понятия не имею, кто ее выбрал. Чего не имею, того не имею. Так. Макс, спорим, что Basic первым зарежет. Да легко, считай, замазали. Я ставлю на... Ставлю на Эдика, он отморозок с ножом бегает на постой. Эдик не пишет Макс, ну не ты. Ну просто Эдик такой, он именно аркадник. Я думаю, у него шансов побольше кого-нибудь зарезать. Ну ждем из составы. За ракет играют Аслак, Люрпис, Бейсик, Пласта и Сап. За М5 Эдик, Фокс, Хек, Ромшке и Дося. Да еб... Японский бог. Ну что, у нас вроде бы пистолетный уже пошел, был дроп дигл. Сейчас посмотрим, пистолетный. Да, пистолетный, М5 в защите, значит, эту карту выбрали. Именно Rocket. Train, ну давайте смотреть. Будет конкурс какой-то, да уже конкурс идет, он уже, в принципе, закончился. Ладно, потом об этом. Ромшки делает первый минус, там на зелени с диглом пытается кулок. Ой, кулок. Rocket кулок. Команда называется Basic, пытался кого-то убить. Basic не убил, зато убил Люрпис. Фокс хорошо подогрел. Ну и что? Фокс готов принимать зелень. Зелени не будет. Там сейчас будет у Доси. Дося близко принимает 10. Ситуация 3 в 3. Сейчас, если задавить Хека, то будут проблемы у команды М5. Даже если Хек разменяется, то все равно будет не торт. Включаем Хека. Хек. Хек. Хек, хек. А где соперник? О, один, сзади был соперник. Да, Хек уже понял, что к чему. И Хек контролит. Дося делает первый минус. Минус от Аслака. Суп, в спину бежит, что вообще делает? Ой-ой-ой, ну как-то вообще затупили очень серьезно. 1-0 в пользу Moscow 5. Вот так поменять их сторонами. Нажать сюда. И теперь вот так вот. М5 берут пистолетный. Очень важный. Так. Пу-пу-пум. Про результаты пока тут эко. Результаты в группе Б. ESC в Moscow 5 выиграли 16-12, потом ESC проиграли Moscow 5 16-11. Rocket обыграли Virtus.pro на трене 16-14, это внимание. Потом они проиграли на Inferno 16-10. Так, давайте сейчас посмотрим за замесом. Там с диглового Аслак-то ставит хедшот, а сейчас будет ставиться бомба. Замесы нереальны, что за собака, неужели не видел или решил с верхнего будет легче убить, что ли? Минус от Фокса. Пласт остается последний. 1 в 4. Пласт без совет дигл. Ну так вот. Дальше у нас ESC. Проиграли Rocket на трейне. Внимание, 16-12. Rocket две карты выиграли на трейне. Уже ВП обыграли Moscow 5 16-14 на Inferno. И ESC обыграли, проиграли Rocket тоже на Inferno 16-4. В общем... Лучше бы кто на Knife Round сделал минус. Но это неинтересно на самом деле, конкурс. То, что ты предложил. Я думаю, 10-5, М5 выиграет первую сторону. Ну, шансы у них хорошие. Я думаю, можно даже больше, чем 10 возьмут. Посмотрим. У Rocket сейчас 9 очков. Они, по-моему, на первом месте в своей группе. У... М5, по-моему, всего 6.
Ну, если смотреть, тут 3D просто вообще адская. Кто-то выйдет на зелень? Нет, никто не выходит. Рома, ну выйди на зелень. Даешь шоу, Роман. Ну, Ромочка, ну давай. Рома, зарой. Ну, уже поздно. Ну, куда он побежал? Уже совсем не прикольно. Нужно было идти раньше. Дося делает первый минус. Сейчас на Рому выйдут. Дося еще минус один. А где на зелень? А, вот и зелень выходит. И Роман... Спрей! Минус один, минус два, минус три. Нет, минус два. Там еще Эдик дал с минуса ВП. 3-0. Такой счет у нас. Адский Рокет, да. Что там? Там у нас параллельно матчи играют. СК с FX. Пишите счет, кто смотрит. Параллельно Рома делает минус, минус 2 от игроков. От Инсаба минус 2 было в данном случае. Пласта уже под небо. Ух, чуть своего не убил. Эдик с диглом уже добивает. АВП ему. И особо и не нужно. Он с дигла может разбираться. Пласты под пятым. Рома минус пласты. Рома еще один минус. Вот, к сожалению, не успел включить Рома. Ну что, отличный раунд от М5. Вернее, отлично он закончился. Для них 4-0 счет в их пользу. Сейчас 5D от Ракат. Да, это будет вообще эпично. Смотрим, сейчас опять идут зелени, я включаю Досяна. Досян сейчас будет тут разбираться. Дося минус один, Дося минус два. О, Дося хотел сказать Дося минус два. Дося тут не минус два, минус три от Рома было. Еще ХЕ взорвалась. Ну что, 5-0. Какая боль, какая боль. М5 пока выигрывает. Но М5 нужно выигрывать две карты, и тогда они выйдут спокойно из группы. С какого места пока непонятно, потому что у М5 9, вернее, у Virtus.pro 9 очков, так же, как и у Rocket. А у USC, по-моему, там 6 только. Или 3 даже. 3 очка у USC. Ладно, я потом посмотрю группы точно. Давайте смотреть. Трое возле десятки у Ракет, один в доме инсап. Там Хек, кстати, очень опасно сидит, по-моему. Сейчас посмотрим за Хеком. Хек вообще. Сейчас ему десант пойдет и все. Ну, Хек такой Хек, что я могу сказать. Рома принимает зелень, Сака. Сейчас на него выйдут. О, увидел Рома. Роман Романович, ну, увидел соперника. Там Эдик пошел с АВП сейчас. О, под флеш Эдик. Где ж ты, Эдик? Вот он, Эдик. Днище. О, Рома делает минус. Минус от пласта. 4 в 4 ситуация. Ну, не торопится Эдик там за пятым. Мансует. Хек все-таки убил в доме Инсаба. Опасно сидел, но таки принесло результат. Дося делает еще один минус. Да где же вообще соперники? Я что-то ничего не могу понять. Вот он, Аслак с АВП. Там есть Хек, вот сидит на ПЖ. И пласта еще на зелени. Ситуация 2 в 4, но в принципе она играбельна. Но для этого нужно дать первый... О, кул, один... О, пласт 1 хп. Как бы без шансов. Слаг делает минус 1, или Аслак, наверное, пора. Давайте я его Аслак буду называть. 6-0 счет. Так, не нужно... закрыться. Нас это инсап и убери. Ой-ой-ой, Эдик, минус, минус от Доси. Еще минус от Фокса. Ух, там, я думал, 3 АВП, нет, 2 АВП. Пытались заломать 33, но не получилось. Тут вообще непонятно, что делали ракеты, так и не понял. Если честно, не успел я включить. Давайте посмотрим. Basic, Insap вдвоем остаются. Basic тут далеко еще, а вот Insap, кажется, может выйти на тропу войны. Да нет. Вообще спрятался. Но вот Rocket уже начинает халдить уже буквально у себя на респе.
Не знаю, не что им делать. Вот по одному играют. Basic идет в 33, а его тиммейт смотрит десятку. Ну, такое. «15-0 первая сторона» пишет. Вполне возможно. Но я думаю, какие-нибудь Rocket Round-то выстрадают себе. Ну что, пошел выход на нижнюю волну. Включаю, Basic минусует Хека. Ой-ой-ой, там на верхней, по-моему, был этот... Фокс. Этот Фокс был с АВП. Рома уже нижний, Фокс ставит хедшот. Савика и Фокс еще один минус. Да, не могу я переключиться все на Фокса. Видели Прокат ESC, ну... Может быть, там была лютая борьба, я не знаю, не видел. Семь ноль. Включаю Дося, Дося будет принимать зелень. Дося спрятался за ящиком, но мне... Ух, как ему хорошо-то хе закинул. Эдик делает минус АВП. Дося видит одного, не стреляет. Напрасно, мне кажется, хотя нет. Ой-ой-ой, что он не увидел, неужели Пласта, который пробежал? Возможно, слепой был, поэтому ты не стрелял по первому. Минус от Пласта еще, ой-ой-ой. Вот это может быть раунд за финами. Хоть смотрите, Эдик с АВП еще воюет под небом. Уже Дигл достал, увидел плент. Пласты получил от Хека. Ситуация 1 в 2. Инсап против двоих. Знает, где оба находятся. Но, тем не менее, ему от этого не легче. На самом деле, он ждет под небом на небе Эдди, который вообще без башки. Сейчас просто может ляпнуть там каким-нибудь прострелом в голову. Плент. О, сейчас заберет плент. Эдик выйдет, убьет. О, что? Не посмотрит сейчас. Не посмотрит. Не посмотрел. Ну, видите, это... Даже Эдик просто безбашенный. Дигл, бах, бах, все. Домой. Домой тащи. Пишет, Эдик не затащит. Да, вот затащил. Только что, 8-0 счет. Ну и что, кажется, что финны просто идут фаст Б. Включаю Фокса. Да, пошел фаст Б. Ох, Фокс, дабл! Минус от Хека, еще минус от Фокса. Демки-мувики, просто вперед называется. Сап остается один против пятерых, но тут как бы... Отдайся Фоксу на этот, на мувик. Дося ставит хедшот. 9-0. Кажется, М5 совсем разозлились. Сейчас будет просто топтать. Шатать дом финнов. Топтать их лицо. Ну, стало говорить, странно, Аркет затащили ESC. Ну, непонятно, за какую сторону начали, я не знаю просто. Возможно, не начали в защите, поэтому было проще. Сейчас в атаке тяжело, ведь ребята обсуждают что-то. А мы можем завести пока машину и поехать. Отсюда, где тут руль? Только что увидел. Да елки-палки. Это барыжная машина, даже руля нету. Фу-фу-фу. Да. Такое. Что нам с матчем SKFX? Мне тоже интересно, что с матчем. Кто смотрит, скажите счет, напишите в мерке, буду очень благодарен. Или хотя бы кто-то в скайпе напишите, если кто-то шарит. Это было бы хорошо. Ну что, пошли Рокет отдаваться. Смотрите, что Эдика-то забрали. Забрали АВП, еще минус. 3 в 3 ситуация. Сейчас чихну. Ой-ой-ой. Нет, пронесло. Как и М5 пронесло. Думал, сейчас просто как дамы сопли растекутся по стене. Все нормально, обошлось. Так, что мне пишет? Любитель Джастин Бибера, который меня атакует в скайпе, пиши мне в лучшую мерку. Смотрим за ракет. О, Хек, по-моему, прошил, кстати, в голову кого-то.
мне послышалось. Да, а нет, это на зелени, видимо. Не знаю. Неважно, Дося делает минус. Ох, как вылетел прямо на прицел инсап. Минус от Люрписа. А, вот игра FX еще не началась. Фокс. Просто читает ситуацию, поймал Аслака как просто как ребенка. Но ситуация-то 2 в 2, бомба лежит на трансформаторе. А бомба, вернее, неудобно лежит, она, в принципе, забрать ее будет трудно. Достаточно, поэтому ракет нужно что-то изобразить. Увидел Фокс. Фокс, кстати, стоит очень так стрёмно, на самом деле. Вот уполз под план, тут его, по крайней мере, с первой не... О, Люрпис-то! Взял АВП, тряхнул стариной. Ну что, Хек остается один против двух, и, по-моему, идут на Хека. Или... Нет, или меня тут... На Хека пришли! Ой-ой-ой! Бысик не поставил бомбу, остается 15 секунд до конца. Люрпис против Хека, делаем ставочки, бегом. Ставлю на Хека, Хек спрейт, ой-ой-ой-ой, поторопился, мне кажется, Сашок. Ой-ой-ой. Хек затащит, пишут Хек, Хек, и Хек просрал, да. По-другому не скажешь, Хек просрал. Первый раунд для ракет. Мог Хек затащить, мне кажется, чуть-чуть поторопился. Сашок, бомбу еще не взяли. Мог попытаться поймать Люрписа на том моменте, когда вставил бомбу. Ну, ну, ладно, ставим это на Хека. Я думаю, он знал, что делал. Хек Додик. Хек Додик пишет Додик. Дрома делает первый минус. Убили пласты. Эдик 33 с АВП воюет, его там отогнали, по-моему. Что делает ракет, пока непонятно вообще. О, ППЖ уже ползет, уже не ползет. Саб полз, пока Дося вот в дым не попал ему. Очень плотно. А вот это дым, дым неприятный для финнов. Эдик делает минус верхний. Бэсик пытается с АК перестрелять. Ну, куда тут? Куда тут против батьки-то переть? Ну что, смотрим за Слаком, вы его все мошнили в Мирке, ну, можете продолжать. В принципе, Эдик его спокойно перестреливает. 11-1, такой счет, немножко забыл. Ой-ой-ой, что я вообще, на две кнопки сразу жму. Эдика отец КС. Ну... Да, Эдик, Эдик вообще в очень жесткой форме. Опять Эдик минус 2. Эдик, беги с ножом, режь. Эдик минус 4, по-моему, сделал. Смотрите, просто. Да-да-да-да. Подряд сколько? 5 фрагов. Жесть. За 2 раунда 7 фрагов. А вам слабо называется. Ничего, Эдик сдает. Не кислым, правда, сейчас эко было, но все равно. 12-1 счет. Эдик принимает вверх-вниз. Люрпис уже распрыгался уже на шестом. И пошел давить зелень. Ой-ой-ой-ой, вот это западло. Дося, что делает? Люрпис таки с 30 убил. Бомбу забыл забрать. А Аслак-то убивает Эдика. Это уже заявочка. Минус от Ромы. Ничего не понятно, что происходит. Давайте так посмотрим. 3-3 ситуация. Люрпис на небе, пласты под небом. Аслак сверх-низа. Хек десятка. Угу. Фокс. Ой, размен 2 в 2. Что тем интереснее становится. Люрпис 39 хп на небе. Люрпис стреляет с СТ-шкой. Люрпис, кстати, попадал, по-моему, очень некисло. Аслак. Вот вам и Аслак. Разозлили парня. Остается один у нас. Ромшки против двоих. И опять принимаем ставки сходу. Один против двоих. Рома даст. Рома минус 2. Роме главное сейчас не выйти из десятки и не умереть от Аслака. Что делают? Игроки ракеты идут на закрытый. Что делает Рома? Рома в десятке. Рома, в принципе, неплохая позиция. Он быстро может туда-туда перетянуться. Я не знаю, слышал он это или не слышал, но сейчас должен увидеть. Ой-ой-ой, Рома, чудеса тайминга. Рома не вовремя отошел. Ой-ой-ой. Рома, Рома, беги обратно, бегом. Роман, Роман. Он не понял. А, уже все понял.
Или не понял до сих пор. Вот теперь понял точно, что бомба на закрытой. На самом деле уже практически не тащится ситуация. Лёрпес не будет выходить, сейчас верхний ослаг будет чекать. Роман проиграет инфа 100%. Ну, как бы даже не нужно быть 7-5 во лбу, чтобы понять, что Роман проиграет этот раунд. Ослак вышел, поставил хедшот. Тоже еще один отморозок. 12-2 счет. Ребят, не флудите, пожалуйста, в мерке. Буду кикать. Ну что, последний раунд первой половины. Будем с вами сейчас смотреть. Волевой байт ракет. Там, ну, не как волевой. На последний закупились. Инфомас. Не Инфомас, вернее, галил, чтобы взять гранаты. Пришлось взять именно 4-1. На КМ не хватило. Дося сейчас опять будет принимать зелень. Правда, один пласты. И под ним уже Люрпис. Вот сейчас Дося могут принять. Еще не кислый. Ослаг делает минус. Минус от Ромы. Рома просто дает. Минус от Доси. И Бейсик вместе с Ослаком остается 2 в 3. Бомба отдал. Бомба на зелени. Смотрим, наверное, за мега про АВП. Оп, оп, оп. Чик-чик-чик-чик. Вот это мув. Увидел. Увидел, зафиксировал. А там тип уже на небе, наверное. Да, Дося на небе. Не, под небом. Дося под небом. Хек четко поймал бейсика. Вот теперь тайминг на стороне Хека. И Ослак остается 1 в 3. У него есть инфа по двум игрокам. Тут как бы ему борода на самом деле. Хек сейчас выйдет и убьет просто. Увидел. Хек не увидел, неужели? Ой-ой-ой. По-моему, было видно. Я, по крайней мере, заметил. О, Ослак-то фазнум неплохой. Очень даже на таком расстоянии попасть нужно суметь. О, промахнулся. Так как суспад, Фокс. Суспа добил. Ого. Комментатор, скажи, что я звезда покера. Сказал. Что вообще за команда это Рокет? Вообще написали Россат. Мощная финская команда. Наверное, сильнейшая сейчас в Финляндии. Их вообще всего две, пожалуй. Таких вот онлайн-киндомы. Они же... Пейстит. Называются. Сейчас они называются Rocket. Очень неплохо они играют на этом чемпе. У них сейчас 9 очков в активе. Они идут на первом месте вместе с Virtus.pro. Делят первую и вторую строчку. Ну, сейчас, видимо, у них будет еще одно поражение. Рокет это микс Подмосковья. Да-да-да. Жесткие расклады. Ну что, М5 в атаке, 13-2 счет. Посмотрим, насколько стальные яйца у Рокет. Смогут они вообще сделать комбэк? Лёпис чекает десятку. М5, по-моему, просто ломанутся вверх-низом. Не, на закрытую идут. Идут на закрытую. Смотрим за пласты. Вот смотрим, как он поступит. Вот его действие. Просто откинул хае, откинул флеш, готов принимать. Не успел отойти. Вот его ошибка. Не успел отойти, умер. Все. Как бы флешка ушла за спину. Хае, ну, потрепала, но не сильно. И как бы он отдался. Люрпис делает минус. Я смотрю вот за Ромшке, который, в принципе, может по уху, в ухо-то и огреть кого-нибудь. А М5 же задавили респаун. Ой-ой-ой, Люрпис ждет, не ждет. На-на-на-на-на, дается инфа, Люрпис готов. Люрпис делает минус. Люрписа в три ствола затыкали. А бомба что-то и не стоит, бомбу выбили. Ой-ой-ой, это же чем-то ситуация вся. 3 в 3. Ну, за трансом пытаются загнать типа. Минус от Ослака, минус от Нцаба. И Рокет берут пистолетки. Вроде бы все неплохо начиналось. Я не знаю, почему с плентом нужно было давить нижнюю волну. Зачем нужно было... Вот тут где-то плент выпал. Зачем нужно было давить, когда дали первый минус. И, в принципе, спокойно можно было ставить бомбу и брать. Я ничего не понял, честно говоря. Ну, это нужно потом смотреть. Возможно, какая-то задумка была какая-то. Но я не понял, в чем прикол. Макс, передай привет 21 от Вадика. Передал.
Ну ладно. В принципе, запас по раундам впечатляющий. Взяли диглы М5 на трейне. Ну, опасно вообще. Смотрите, Рома, что здесь? Рома, Эдик по минусу. Минус от Аслака. Ситуация 4 в 3. Фокс, ай-яй-яй, не запилил. Игрока, минус от Аслака еще. Хек остается один против двоих. Хека 57 хп. Арморчик, по-моему, у него есть. Осталось 33 против двоих. Бомба у него. Ну что, у Хека все карты на руках. Он знает, где его соперники. Соперники знают, где он. Ну, теперь, Макс, передай, пожалуйста, привет Жене из Харькова. Передал. Не надо, пожалуйста, писать по 8 сообщений в секунду. Чё зависает? У тебя проблемы с интернетом, скорее всего. Что Хек вообще творит? Какие кружева плетет? Ставит бомбу. Ну и что? О, как бомба-то опасно ставит. Интересно. Десятку займет. Вот я бы на его месте в десятку сейчас не шел. Но он-то этого не знал, решил сыграть как. Ну, не знаю, возможно, стало где-то закрысить. Возможно, все правильно делал, открывался, ему нужно было где-то рисковать. Ну, такое, в общем, тут опять же палка в двух концах. Главное, что бомбу поставил, деньги сейчас будут. Четвертый раунд для Ракет, 13-4 счет. Макс, передай привет пульсу от Вадима. Передал. Ребят, давайте с приветами вот в перерыве. В перерыве все приветы передам, как два пальца просто. Попросите. Всем передам. Волевуха от М5. Близко, смотрите, близко очень занимает ракет открытый плент. Близко смотрится десятка, близко верх-низ был. Вот там бейсик уже совсем близко. Люрпис смотрит зелень, очень плотно играют друг к другу. В тэшках никого нету у ракет. М5, судя по всему, готовит сплит на 2-2-1. А возможно даже вообще трое через зелень пойдут. Ого, четверо через зелень. Но это уже интересно. Дось один на верх-низе. Тут сейчас может быть просто мясорубка. Интересно, что тут вообще делают. Игроки М5 на шифтах крадутся, включая Люрписа. Давайте смотреть. Спрей от Люрписа. Люрпис делает минус, минус от бейсика. Хек таки загнал подлого Фина. Хек уже на пленте. Ситуация 3 в 4. Бомба ставит. О, как Хеку тут накидали. Рома откинул баню. Очень мало хп у всех. Фокса 55. Убили таки Хека. Фокса сейчас нужно хедшот. Ой, все, остался последний Рома. Ну тут борода ему. Роман, Роман. Вырубает его слаг. Аслак гуд мод, да. Аслак поддавался, чтобы расслабились. М5 сейчас будет тащить. Бейсик делает минус. Эко у М5. Это пятый раунд для Рокет. Уже шестой. Шестой в сумме. 4 плюс 2, да. 13-6 счет. Сейчас важно. Moscow 5 сейчас нужно брать. Макс, если у Аслака есть ОП, покажи его. Да не вопрос. Как ты думаешь, кто вин? Я думаю, М5 выиграют. Я уверен даже, что М5 выиграют. Ну, я боюсь, что будут проблемы. Я думаю, счет будет где-то там 16-13, 16-12. У Слака кольт. Ребят, значит, не буду его показывать. Дося раскинул десятку, ушел. Похоже, это фейк будет какой-то. Рома идет на зелень. А может быть и не фейк. Хек был на верх-низе. Обратите внимание, ракет очень плотно занимают десятку верх-низ. Вот. Это очень важно, особенно когда с кольтами играешь на открытом пленте. Три кольта на открытом. Очень близко занимать и можно сразу разменяться. То есть вот кроме, ну, Люрпис тут Аслак ему хелпует. Десятку и ПЖ смотрят практически, можно сказать, вдвоем. Быстрая хелпа. 2 ВП у М5 в атаке. Ой-ой-ой. Пласта делает минус, минус от Доси. Я сейчас смотрю за днищем, ну, не туда. Не сюда. 2 ВП в атаке было, если я не ошибся.
Минус от Эдика. Минус еще от Эдика. Эдик вообще что творит? Эдик еще минус 3. Хорош. Давид Люрпис последний остается. Вырубает Эдика. Люрпис минус Дося. О, 1-1. Рома против Люрписа. Рома должен сейчас не тупануть. Бля, прошил. Спалился. Рома. Все. Бабе. Хорош, Ромчик. Затащил. Ну, Эдик, конечно, поднараздал очень серьезно. Я хотел посмотреть, было 2 АВП или одно. Не знаю. Эдик отец пишет. 2 АВП было, да. Ну вот и я о том же. Я не знаю, 2 АВП в атаке на трене, это какая-то просто вот анонизм, порно, я вообще не знаю, как это назвать. Ну. Я не представляю, как нужно разыгрывать. Ну, в принципе, брали такие раунды, но это больше исключение из правил. Ну, М5 взяли, тут Домедик, конечно, проперся не кисло. И потом Рома 1-2 взял. Ой, 1-2, 1-1. Так, давайте смотреть, что делает М5. Вот это точно сплит на А уже. Тут возможно, на бэч, правда, уйдут. Эдик один на зелени, двое возле десятки, двое вверх-вниз. Ракет играют опять плотно, занимают, близко занимают аплент, как делали уже постоянно сегодня. Значит, также немножко поменяли позиции. Бейсик смотрит десятку с четвертого. Вот, Бейсик увидел. Сейчас быстро разворачивается. И вот она. О, а тут убили. Дося с Ромушки. Хорошо разобрались. Тут Люрпис выпрыгивает за иксов. Такой модный пацан. Хек его минусует. И что? Получается, ситуация 3 в 2. Финны в меньшинстве. Теперь нужно, вот главное, не дать развернуться этому Аслаку. Вот с АВП просили его показать. Смотрите. Бах, мимо. Ну, тяжело было попасть. Еще ну, тут уже без шансов. Остаются последние пласты против троих. Ну там, кстати, колоты. Ребята, пласты, спрей! Есть. 15-й раунд для Moscow 5. И это Габелла процентов на 90. Мне дед круче с АВП долбит. Ну там, на самом деле, вот он первый раз промахнулся, а второй раз там уже, ну, шансов было не очень много. Очень плохой бай у ракет, если они его сейчас возьмут, то это будет фейл в исполнении М5. Им нужно сейчас спокойно просто сыграть, возможно, даже просто вместе выйти куда-то. Хотя бы на тот же закрытый плент. Выходят вверх-низом. Увидели игрока на четвертом. Рома его минусует. Минус еще от Ромшки, минус от Фокса, и это все. Это все, мальчики и девочки. Первая карта уходит в копилку М5. Ну, разве что сейчас Люрпис даст 3 хедшота, сейчас дигла так. Как в мувиках. Бах, нет. Хек его зато вырубает сходу. Нам остался последний пласт. Рома его минусует. Ну что, это ГГ. 16-6. М5 выиграли. В конкурсе никто не победил, потому что у них фрага с ножа не было. Но мы придумаем сейчас другой конкурс. Сейчас я сделаю стоп-старт и расскажу его условия. Так.